Всем привет! Давно не показывала вам, как поживает мой горшочек, моя мини-клумбочка. А поживает она вот так. То есть цветет и пахнет в самом деле. И как я не стараюсь выщипывать цветочки, которые уже отцвели, но Mirabilis опережает меня. И уже вы сейчас можете видеть семена. Нет, я не против, просто жалко, что он тратит силы на них. Ну, в принципе, он и цветет неплохо. Сегодняшний урожай это вот. Так что буду сажать и по-новому выращивать. Ну, а тут, как вы догадались, обитает Кузюша. Но сейчас он, в общем, сказал, я пойду по своим делам. И в съемке участвовать не буду. А Mirabilis выглядит вот так. Прелесть просто. Кто вот это, я так и не поняла. Все жду, что может быть он расцветет. А может оно вообще не цветет. Не знаю, что это. И наконец-то появился второй листик у пальмы. Вот это темпы. Вот ручку не взяла, а пальцем показывать не хочется. Но вот там вот внизу вы его можете увидеть. Судя по темпам роста и по тому, кого я могла здесь посадить, скорее всего, финиковая. Угу. Не знаю, слышно ли вам фоновые звуки. Слева голуби. Слева от балкона у нас живут голуби. Справа ласточки. В общем, чигам. На сегодня я прощаюсь с вами. Показала, как выглядит моя мини-клумбочка. Желаю вам всем прекрасного настроения, вашим цветочкам здоровья, чтобы они цвели и радовали вас. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!